Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я делаю новое тестовое видео. В тот же день, когда я делал тестовое видео с объективом Sigma 60 мм, сейчас я делаю с другим объективом, который называется Industar 104. Он предназначен для полукадрового фотоаппарата, ну, у которого половина пленки, половина размера пленки, то есть 24 на 18 миллиметров. Называется этот объектив, повторяю, Industar 104. Фокусное расстояние у него 28 миллиметров, и диафрагма у него все время постоянная. Нельзя ее ни уменьшать, ни увеличивать. Диафрагма f2,8 f. Значит, как вы видите, качество картинки довольно неплохое. Значит, фотоаппарат стоял с объективом Sigma 60 мм где-то на расстоянии 2,5 метра. Этот фотоаппарат стоит где-то на один с небольшим метра ближе, где-то стоит 1,40 метра от моего лица. То есть 1,40 метра где-то стоит, чуть больше метра стоит от моего лица. Как вы видите, сзади вот телевизор мой 28-дюймовый выглядит маленьким, потому что широкоугольный объектив Industar 104 так влияет на перспективу. То есть чем ближе объект, тем он кажется больше, чем дальше объект, тем он больше уменьшается, его размеры. А когда снимал на 60 мм Sigma, то тогда был вот этот телевизор побольше казался в кадре, потому что тогда перспектива по-другому отображается на более длиннофокусном объективе. Так, значит, снимается на Industar 104, уже в третий раз вам говорю. Снят он, я вам еще не говорил, с фотоаппарата полукадрового Агат 18К. И вот, значит, сейчас ведется на беззеркальном фотоаппарате Sony Alpha A6000. Это мой самый лучший беззеркальный фотоаппарат, да и зеркальные тоже самые лучшие. Среди зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов Sony Alpha A6000 самый дорогой и самый лучший фотоаппарат. Так, ну на этом я, наверное, свое видео заканчиваю. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока. Если вам понравилась картинка с этой камеры, с этого объектива, то не забудьте поставить лайк под моим видео и подписаться на мой канал. До свидос.